Song с 68,68 баллами после короткой программы. Собственно говоря, ну, красивая циферка у нее, 68, да, может быть, она принесет некую удачу. Вот он даже сейчас сам сжал кулаки. Средняя арифметическая, две семерки получается, надо. Да, получается так. 23 года. Две семерки — это 77 плюс 23, 100 получается, его, да? Может быть, ничего получится. Да, его произвольная программа будет под музыку Эннио Морриконе. И, собственно говоря, сейчас, по крайней мере, красивая музыка будет абсолютно точно. Посмотрим, как она будет сопровождаться действием на льду. Первым же у него заявлен каскад, да? Четвертый голубь, тройной голубь. Трипл-то. Тройной тулуп. Не пошел на 4. Тройной луц. Небольшая ошибка на приземлении. Тройной аксель, тройной тулуп просто с места. Молодец. На морально-волевых просто выполнил. Вытянул из себя. Вытянул, да. Второй тройной аксель, уже вторая половина пошла. То есть он пройдет с повышенным коэффициентом 1-1. Потому что во второй половине всегда сложнее, да? Да, во второй половине, прыжки, конечно. Функционально тяжелее, и это оценивается выше. Thank you.
что закончил свою произвольную программу Nan Song, представитель Китая, Поднебесный, но допустил, скажем так, просчеты, да, в своих это тактическая ошибка, да. Да, когда превышает количество, да, тройных прыжков, соответственно, он потерял здесь 9 баллов он потерял тем, что седьмым элементом исполнил тройной лутц, двойной тулуп, двойной ридбергер. Тем самым, да, оставив без оценки полностью свой каскад. Без оценки каскад. Получился весь каскад, ушел под звезду, как говорится. Он просчитался просто, что ли? Это тактическая ошибка. У него был запланирован первым элементом не тройной тулуп, а прыжок тулуп, 4 оборота, что, соответственно, уже было 2 повтора тройных прыжков. Тройной тулуп и тройной лутц, тройной аксель, и тройной лутц уже получился 3-й повтор. Обидная ошибка, которая стоила фактически 10 баллов. Солидную сумму потерял он, сейчас. Хотя в целом, какое осталось его впечатление, несмотря на все эти математические Просчеты? Грубых ошибок не было, по большому счету, и в отличие от Ванга, он смотрелся намного более уверенно. Да, не было четверных, но это было неплохое катание, и это было приятно смотреть, опять-таки, то, о чем мы с вами в самом начале говорили. Хорошая музыка. Создает хорошую картину. Да. И настроение в том числе. Проиграет он сейчас Вангу, несомненно. Ну, да, такое количество баллов, конечно, на дороге не валяется. Совсем. Разбрасываться ими. Вот так. Не расстраивайся. Сонг. Песня. Да, точно. Вот такая песня получилась. Грустная. Ну, на ошибку хочется. В данной ситуации. Тут уже ничего не сделаешь, да. 126. Обошел. Нет, он обошел все равно, ничего, да, получается. Себе. Больше, чем. Почище катал, да, и даже с той потерей. Молодец. Поздравляем. Да-да, нет, ну в данном случае просто было бы еще больше, если бы не просчеты его. Ну, у него, конечно, побогаче значение.